Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня у меня опять полезность для вас. Благодарю, что вы опять заглянули ко мне на мой канал. Тема сегодняшнего видео – каким образом читать комментарии иностранные на телефоне. В одном из своих видео я рассказывал, как это делается на компьютере, но в комментариях меня спрашивают, что они пользуются только телефоном, и компьютера у них нету, и как это делать можно с помощью телефона. Я искал различные способы, хотя думала, что нельзя переводить перевод на иностранном языке, но решила эту проблему, нашла ее. Давайте перейдем к делу. Заходим в свой телефон, и вам нужно заходить через Chrome в эту программу, вернее, на YouTube канал. Вот. И с помощью Chrome, как обычно, так же, как и на компьютере, он автоматически будет вас переводить. Если у вас Chrome не будет, значит, вам нужно скачать в Play Market. Давайте зайдем в Chrome. Дальше вам нужно зайти на YouTube канал не с вашей творческой студии, а именно вот с браузера Chrome. У меня как бы получается заранее уже в закладках есть мои видео, да, и главная страница, например, да. Вот. А вы можете с помощью скопировать, например, у себя в творческой студии или там со своего YouTube канала ссылочку и как бы вставить сюда. И таким образом у вас уже автоматически он встает вот сюда, видите? Вы пальцем просто держите и дальше нажимаете «Вставить», и он у вас встает. Нажимаем «Перейти». Дальше вы переходите на YouTube канал. Видите, он у нас мелкий тут получается. И мы комментарии, например, не видим, да? Что вам нужно сделать? Во-первых, вы можете вот таким образом пальцем, двумя пальцами расширить и увеличить то, что вы хотите увидеть. Вот. И все здесь видно. Так, у нас выпала реклама, выскакивает. Вы просто закрываете эту рекламу. Нечаянно просто рекламу нажимаю я. Значит, смотрите, как закрыть рекламу. Вот здесь нажимаете крестик. Так, сейчас еще раз. Вот здесь вот этот крестик. И вы его уберете. Давайте уберем. У нас просто вот твой прогноз выходит. Я нечаянно на него нажимаю, он мне вылетает. Дальше вы просто пальцем поднимаете вверх. Ищите комментарии. Дальше вот они, комментарии у нас здесь идут. Теперь, как нам перевести комментарии? Вот у меня тут есть комментарий на иностранном языке. Что я делаю? Я нажимаю на этот комментарий. Видите, у меня выделяется он таким образом. И дальше два таких синеньких капельки. С левой стороны у вас одна капелька, с правой стороны другая. Вам нужно просто вот так тихонечко потянуть вниз. Если у вас здесь, например, не будет подходить, вы опускаете чуть-чуть ниже ее, чтобы она захватила. Здесь надо немножко приспособиться с помощью этих капелек. Вот у меня выделился текст на иностранном языке. Дальше что я делаю? Так, мне хотелось показать вам, но... Значит, вот смотрите, здесь есть три точечки, видите, с правой стороны, где Google, копировать, поделиться и три точечки. Вам нужно нажать на эти три точки, нажимая на нее. У вас выходит вот такое окошечко. Что вам нужно сделать? Так, мне опять надо убрать, потому что она... Хотела вам нарисовать, но он не дает мне возможность нарисовать, потому что пропадает. В общем, вам нужно нажать на веб-поиск. Нажимаете на веб-поиск. Вас выбрасывает сразу, видите, в переводчик. И он автоматически уже у вас переводит. Что тут написано? «Потрясающе, мой друг, желаю тебе спокойно провести время, Лара». Вот и все. И больше ничего здесь не нужно. Вы переводите. Дальше вы просто берете на крестик опять вот сюда нажимаете. Или просто по стрелочке вот сюда. Вот здесь стрелочка. Ну, чтобы вернуться на главный опять экран. Я просто его беру, просто закрою и опять выхожу, видите, на этот перевод. И таким образом вы переводите все переводы, которые у вас есть, например, под вашим видео. Так, здесь у меня все в основном на русском получается. Но смысл один и тот же. Вот давайте здесь вот еще у меня на иностранном языке. Я тоже опять бываю, беру, выделяю. Так, минуточку. Я его расширю немножко, чтобы было удобно. Так, опять по стрелочке вернуться. Так. Здесь немножко нужно приспособиться, потому что, видите, на телефоне немножко не туда нажмешь, и начинает все вылетать. Сейчас я подниму опять выше. Вернусь на комментарии. Расширяете двумя пальцами так аккуратненько и ищите то, что вы хотите перевести. Так, сейчас я найду тут.
Еще раз вам покажу. Так, вот у меня перевод здесь. Я тихонько пальцем нажимаю. Дальше просто тяну. Вверх чуть-чуть приподниму его. Вот он у меня выделился. Дальше нажимаю опять на три точечки. Веб-поиск. И он меня переводит. Отличное место для катания на лыжах. Приветствую вас. Вот и все. Дальше я просто опять назад возвращаюсь и возвращаюсь на тот на комментарий. Вот таким образом. То же самое вы можете переводить и видео, которые есть, которые вы заходите на иностранное видео, вы тоже можете, вот как бы вот здесь, как у меня написано, молитва. Благодарность моя молитва, вы также можете выделить ее вот таким образом. Так, сейчас чуть-чуть уменьшу ее. Нажимаете на три точечки, опять веб-поиск. Ну, он меня просто ищет, получается, эту видеозапись. Но смысл тот же. Перевод вы также переведете, как и на компьютере. Вот таким образом это все делается. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Если оно было действительно вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих видео. Всем чудесного дня, отличного настроения. С вами был канал Ольги Пак. Всем пока.